Продолжим заглядывать в будущее. На эту сцену сейчас поднимется Андрей Скворцов, основатель, директор, главный режиссер компании «Меркатор» и, кроме всего прочего, эксперт в области корпоративных коммуникаций. Встречайте, ваши аплодисменты. Да, добрый день. Ага. Где-то примерно меньше года назад я ворвался в офис одного своего клиента с идеей инфографического ролика, который мы делаем, которая, как мне представлялось, идеально решала его проблему. Ролик содержал самоиронию, мне казалось, это очень круто для их бренда, как бы некое ироничное отношение к себе. Я очень как-то эмоционально, очень ярко, как мне кажется, аргументированно доказывал, что это прямо то, что нужно. Ну, когда меня выслушали, очень вежливый генеральный директор присутствовал, он мне сказал: «Андрей, да, все, спасибо, хорошо, но нам не подходит, давай, что там у тебя еще, какой следующий вариант?» А у меня, во-первых, не было следующего варианта, а во-вторых, я был настолько уверен в том, что это то, что нужно, что я начал настаивать, я стал еще приводить аргументы, я стал увлекаться и выпалил еще такую тираду минут на пять про то, что это самое лучшее решение, которое может быть. Мне опять сказали: «Спасибо, мы поняли, не подходит, мы не обязаны тебе объяснять нашу аргументацию, не годится». И тут что-то такое со мной случилось, что я, в общем, я довел ситуацию до того, что директор сам вспылил, сказал: «Вы нас совершенно не слышите, вообще что вы тут устраиваете нам, мы с вами больше работать не будем». И все, что от меня требовалось, это 10 секунд помолчать. Но я и тут не удержался и сказал, что да, я постоянно это слышу, что вы с нами работать не будете. И уже не первый раз это. Тут он сказал: «Ну, вот теперь точно». И держит слово пока что. Думаю, что будет держать его еще долго. Я вышел на улицу, и я подумал: блин, подождите, значит, мне, во-первых, 45 лет. У меня 3 высших образования. Я закончил МГУ, я закончил Гарвардскую бизнес-школу. Я 25 лет этим занимаюсь в опыте. Да, наверное, конечно, за это время отросла корона какая-то у меня, но что она так сильно давит мне на мозг, я не мог никак этого ожидать. Мне сказали, что надо здесь как-то химическую какую-то метафору предложить. И я вот нашел в Гугле картинку, которая, мне кажется, отражает вот эту ситуацию. Ну, примерно в то же время мы делали ролик про так называемый soft skills. Может, вы видели, но это вот пример того, чего мы делаем. В Фейсбуке этот ролик собрал почти 2 миллиона просмотров. Вот из него кадрик, где, собственно, перечислены топ-10 навыков, по мнению Всемирного экономического форума в 2020 году, где, как мне показалось, вот-вот как бы это то, чего, наверное, мне не хватает. В частности, наверное, эмоционального интеллекта. Я, дожив до 45 лет, не очень умею контролировать эмоции, не очень понимаю, что это такое. И вот-вот я сейчас как бы этому научусь, разберусь. Ну, надо же относиться к своим факапам как бы, ну, как сказать, по-хозяйски, да, выжимать из них все, что можно. Я пошел в английскую Википедию, которой я доверяю, и обнаружил, что конкретно про эмоциональный интеллект раздел критики этой концепции больше, чем, собственно, описание эмоционального интеллекта. И там написано, в частности, что люди вообще не очень понимают, что это такое, называют это по-разному, непонятно, как мерить, непонятно, что это. Сегодня вот утром Илья Колмановский, я первый раз услышал такую трактовку, что эмоциональный интеллект — это интуиция. Обычно говорят, что эмоциональный интеллект — это способность воспринимать эмоции, понимать их, понимать эмоции других людей. Но самое было, конечно, потрясающее вот что. Что было исследование, я прочитал исследование Фрэнсиса Лэнди из Университета Колорадо, который собрал все, что касается эмоционального интеллекта, и понял, что вот эти слова о том, что эмоциональный интеллект предсказывает успех в будущем или предсказывает успех конкретно вот человека в бизнесе, это, ну, как бы лажа. Вот вывод его. Я буду периодически ссылаться на какие-то исследования, которые мне кажутся важными. Тут внизу вот ссылочка. Вы можете потом все это дело посмотреть, почитать внимательно. То есть он определил, что все вот эти выводы, они просто ненаучные. То есть это эксперименты, сделанные недостаточно тщательно. Или это, скорее всего, просто мнение чаще всего. И правда, я прошел тест эмоционального интеллекта сразу же, и оказалось, что он у меня 82%. Ну, наверное, это немало, 82% эмоционального интеллекта. И действительно, его предсказательная сила этого теста и, ну, как бы, никак для меня конкретно не работала. А проблема-то есть. То есть действительно эти soft skills, которые непонятно, как мерить, непонятно, что это, непонятно, как учить.
А при этом они важны, да, потому что еще 5 лет назад, наверное, мое такое поведение, хамское, прямо скажем, у клиента, наверное, он бы стерпел, потому что, ну, мы все-таки, я, что тут скромничать, лучшие в своей области. 5 лет назад тем, все-таки они бы продолжили работать, но все же меняется. Конкуренты рядом. И, в общем, найти альтернативу сейчас намного проще. И вопросы остаются все-таки. И про себя, и про своих сотрудников. Чему же их учить? То есть чему-то мы понимаем, да, что чему-то учить надо. Помимо навыков hard skills, помимо профессии, есть какое-то вот это человеческое вокруг этого облака навыков, которые важны. Да? Ну и как правильно учить? Ну ладно, бог с ним, значит, с клиентами, там понятно, мы себя контролируем. Я решил начать распутывать этот клубок, разобравшись с тем, для начала хотя бы, что происходит в коллективе, что там с сотрудником в моей компании, что там для них важно, и, может быть, что-то подправить, что-то подкрутить в этих soft skills, чтобы стало лучше. Я, в частности, например, прочитал недавно исследование, что в Америке медицинские вот учреждения до половины теряют прибыли на, до половины прибыли на неправильных, излишних коммуникациях между сотрудниками. Окей, подумал я, сейчас я что-то здесь исправлю. Ну, для начала, конечно, мне надо было посмотреть какие-то исследования, чего же там, собственно, лечить можно. Вот исследование Kelly Services. Ну, опять же, вы можете... Что-то я вам мешаю, нет? Видно? Вы можете потом посмотреть внимательно на эту табличку. Мне стало интересно вот третий пункт сверху. Комфортная атмосфера в коллективе, наверное, я могу это исправить при помощи soft skills. А вот картинка из другого исследования. 20 общих черт великих менеджеров, где на первом месте и на втором стоит этика, честность, на третьем месте чувство юмора. И я подумал, вот классно, атмосфера в коллективе, этика, честность, как бы мне это подкрутить, как может быть, мне это улучшить как-то? У меня есть друг, его зовут Саша Ларионов, он психолог и он математик. И мы с ним очень долго спорили на тему того, надо ли учить этике и честности, и вообще можно ли этому научить. Или этому можно научить только до 3 лет человека, дальше сложно. Ну и он очень мне правильную вещь сказал, сегодня тоже ее уже произносили, что этика и честность – это не столько функция человека, не столько свойство человека, сколько обстоятельств, свойства среды. Да? Люди ведут себя действительно очень по-разному, в разной среде. И вот действительно в Москве что изменило поведение водителей? Ну, камеры на дорогах, вот эти вот люди, которые нас штрафуют на парковке. То есть изменение среды меняет поведение, меняет в том числе этику и честность. И поэтому… Наверное, можно сэкономить, не уча людей этим soft skills, а изменив как-то среду. Но как я ее изменю, да? То есть я же буду должен бегать с дубиной, там как-то что-то навязывать. Так вот, сказал мне Саша, мой друг, можно же это все еще и автоматизировать. И он как раз этим занимается. У него есть фирма, которая занимается оценкой персонала. Я сразу скажу, что у меня доля есть в этой фирме. Ну, мы друзья, конечно. Соответственно, он для своей компании, ну, у него айтишная эта компания, придумал task manager, который, например, я не знаю, вот если вы обратите внимание, там вот оранжевая строчка, обратите внимание на срок. Task manager, он для внутреннего использования у них, хотя, может, они из него сделают продукт, не знаю. Он аккуратно напоминает, пушит как бы людей, когда задачи, сроки проходят, и потом даже штрафует. И на это никто не обижается, потому что это тебя не менеджер штрафует, не начальник, тебя штрафует, ну, как бы жизнь тебя наказывает. И совершенно не обязательно штрафует она в баллах, и совершенно не обязательно даже, оказалось, эти баллы переводить в деньги. Сам факт, что там же видно рейтинги, что я по рейтингам где-то внизу по пунктуальности, он оказывает очень, на самом деле, хорошее воздействие. И еще одну проблему они сразу решили. У меня уже в Меркаторе была проблема, что люди очень неохотно друг друга оценивают. И вторая проблема, что люди ну, не понимают, каким образом придуман бонус. Да? То есть как я распределяю премии за проект. Вот прошел проект, надо как-то что-то кому-то премировать. Всегда это все ну, тонкая такая материя к этике и честности. Ну, всегда вопросы возникают, как это сделано. Ну, они придумали совершенно простую вещь, которую вы можете сами реализовать где угодно. Люди сами себя оценивают. Метода такая. Распредели 100% бонуса, ну, 100 монеток, по людям, которые вот участвовали в проекте. Здесь всего 3 человека, и сам себя не оцениваешь. Вот давай как-то раскидай эти монетки. И получится некая средняя история, где каждый как-то друг друга оценил. И, соответственно, мы получаем этичный, честный, автоматизированный способ распределения этого бонуса. Опять же, дальше можно его деньгами, можно не деньгами, какими-то плюшками давать. Ну, конечно, вы тут же скажете, что наши люди что сделают в этой ситуации? Договорятся. Значит, ты мне, я тебе, ты мне 100 ставишь, я тебе 100 ставлю, зашибись. Но Ларионов, мой друг,
поскольку он математик, он не был бы крутым математиком, если бы он не научился это отслеживать. И он статистически начал замерять завышение и занижение оценок друг другу, а потом еще рисовать из этого карты. И получились по отделам карты друзей, врагов и конфликтов. Выглядит это примерно не так. Это химия, как бы слайд о том, что он нахимичил с данными, а выглядит это вот так. Это реальный прям отдел моей компании, довольно, правда, старый слайд. Кружочки — это люди. Те, кто на схеме близко друг к другу, это те, кто себе завышают немножечко баллы. Друзья. Раз кластер друзей, два кластер друзей, такие Монтеки и Капулетти. В середине человек соблюдает нейтралитет, а там наверху это фрилансер. Значит, его никто не любит, понятно, он где-то то на Бали, то в Грузии. В общем, понятно. Но на самом деле мы здесь увидели, а цвет, кстати, означает еще отношение конкретно к человеку, там хитрым образом тоже вычисляется. То есть два злодея вокруг них, ну, как по мнению окружающих злодей, конечно, вокруг них и какие-то друзья. Я вам сразу скажу, что когда мы отдиагностировали вот эту штуку, ну, мы не сохранили эту команду. В итоге ушли почти все, кроме фрилансера. Какая здесь решается проблема в терминах soft skills? Что люди действительно не любят говорить о конфликтах. Вот если мы разные пробовали способы. Мы брали консультанта, который делал интервью, проводили опросы, методика 360. И люди не хотели говорить, что у меня там с кем-то конфликт. Ну, как бы они считали, что это неэтично, неправильно, да и вообще, ну, зачем что-то об этом говорить? А вот так вот мягко, незаметно, математика, это все отслеживалось. Ну вот это просто как для сравнения я вам покажу. Если вот эта конфликтная, опасная схема, как действительно в результате отдел у нас развалился, это что ли называется схема отдела-отдел курильщик, а это вот отдел здоровый человек. Значит, ну всегда есть какой-то фрилансер, конечно, там плюс-минус, мы его не очень любим. А так в целом вот они все в кучке, все замечательно, дружно общаются. Это все, что я рассказал, мой первый на сегодня вывод. Что же делать с обучением soft skills? Первое. Массу всего можно просто не делать. Можно просто внедрить правильные правила, которые люди будут соблюдать, вести себя, соответственно, этично так, как мы бы хотели. Ну, и было бы круто это цифровизовать. То есть вот это, не знаю, по моим ощущениям, мы можем решить две трети, наверное, проблем, в том числе и коммуникации, видите, и бонусов, и оценок. Просто вот так. В цифру, ну, можно в прямом смысле, конечно, цифровать. Можно это просто ввести правила на бумажке и соблюдать. В цифре легче. Но остаются другие вопросы. А все остальное все-таки, чему учить? Я сейчас буду вам приводить примеры. И те примеры, которые я буду приводить, они как раз про то, что мне кажется, чего важно. Ну и как правильно учить тоже. Не буду вас долго мурыжить. Моя вторая идея, что надо найти методику, признанную сообществом. Ну, надо приводить пример, конечно. Вот я учился в Гарвардской бизнес-школе. Для меня это признанное сообщество. Ну, для кого-то, может быть, признанное сообществом школы является там БМ, как это, бизнес-мечтатели, да, бизнес-мечтатели. Значит, может быть, и там, и это неплохо, окей, если как бы конкуренция и развитие бизнеса или рынка предусматривает такую методику, окей. Ну вот, смотрите, я просто вам приведу пример на примере soft skills, который называется переговоры. Один из 10, кстати, пунктов из этих вот списка Всемирного экономического форума. Если мы придем к некому стандартному тренеру, ну, не хочу никого обидеть, ну, к кому-то по переговорам, скорее всего, нас научат, что есть некий вот пирог, и мы, естественно, как бы конкурируя с другой стороной, пытаемся этот пирог как-то побелить, потелить. Нас обучат стрессоустойчивости, нас обучат противодействию манипуляциям, нас обучат, возможно, самому манипулировать, принципы Роберта Чалдини, там все вот эти вот штуки. И, может быть, нам расскажут, что в идеале, может быть, есть такая справедливость, и она выглядит как-то так, то, что называется win-win situation. Значит, мой педагог по переговорам в Гарвардской бизнес-школе, кстати, в Сколково, я слышал лекции по переговорам в Сколково, они почти идентичны гарвардским, то есть это просто тождество, и это очень круто, я считаю. А по форме так они в Сколково и веселее, ярче, на мой взгляд, проходят. Так вот, мой педагог, он был похож на Аль Пачино такой, он это назвал «winny-winny situation», вот так вот, с иронией, с сарказмом, потому что это вообще немножко не то, на чем фокусируется конкретная гарвардская школа в переговорах. Есть гарвардская модель, ну, возможно, вы знаете, но это, я считаю, это очень важно и для себя, и для сотрудников, поэтому я вам расскажу. Так гарвардская модель не про то, как поделить пирог, а про то, когда у сторон есть две каких-то ценности, и объединяя их, получается некая новая, огромная ценность, дальше которую вы можете уже там каким-то образом делить. То есть это не про то,
как разделить то, что есть, а про то, как создать что-то новое, большое, превышающее даже изначально то, что было. Ну, я пример сразу приведу. Вот у меня один клиент нам позвонил не так давно и сказал, нам нужен ролик, но у нас нет денег вообще. Ну, бюджет не позволяет. Ну, казалось бы, да, нет денег, нет ролика, что тут, о чем тут говорить. Но он позвонил все-таки, а мы-таки все-таки поехали обсуждать. Что мы обсуждали? Да все подряд. Мы просто полчаса болтали про жизнь, какие у них новости, какие у нас, а чего у них, а чего у нас, а что мы делали, а что они делали. И в результате они взяли один из наших роликов, про который я им рассказал, и показали его на экране одного из огромнейших мировых экономических форумов с нашим логотипом. Они сделали аккредитацию нам, людей, на этот экономический форум. Там одна аккредитация стоила больше, чем наши затраты на то, что они хотели сделать. Там я участвовал в круглых столах, я общался с первыми лицами компании, моих клиентов и новых каких-то людей. То есть на самом деле я получил намного больше, чем я даже мог ожидать, если бы я просто получил от них деньги за эту работу. А они получили бесплатное ролик, то, что они хотели. Вот это пример того, как это должно быть. И этому я стараюсь учить сотрудников, стараюсь учиться сам. И этому можно научиться в правильном, что ли, месте. То есть если вот этим отличаются, что ли, признанные методики, признанные сообществом от, ну, каких-то, может быть, других мест. То есть второе правило. Если не получается оцифровать, то хотя бы найдите школу, методику. Это, ну, меньше, что ли, будет риска. Но это все касается более-менее традиционных soft skills. То есть да, мы говорим, что soft skills – это как бы тема будущего, но, например, гарвардским переговорам, гарвардской модели, им уже почти 40 лет. Ну, для нас, может быть, это… Да и то уже, мы как бы все чаще и чаще это делаем. Ну, там вот это уже… Ну, 40 лет назад это было прям открытие, откровение, сейчас это скорее такая уже норма. Но есть вещи новые, такие тонкие, нежные, недавно появившиеся, где не спасает даже бренд школы. В частности, например, выступление на публике. Хотя еще Аристотель занимался и пытался что-то там, это слого, пафос сформулировать. Но на самом деле, как, может, вы удивитесь, но я сейчас докажу и объясню. Но нету четко до сих пор правил, как вот этому учиться. И в школах, поэтому бизнес-школы хороших. Ну, конечно, учат этому, но где-то там какой-то курсик, так, ну, давайте там поучимся. Но всерьез школы нет. И, например, вот слайд из выступления Тони Робинса. Ну, я сейчас не про Тони Робинса, я сейчас просто хочу вам показать, что Тони Робинсом показал кадр из исследования профессора Гарвардской бизнес-школы Эмми Кади со ссылкой на то, что если принимать позы силы во время выступления, вы знаете, что такое поза силы, это значит, ну, вот там девушка в позе силы, как-то надо не сутулиться, я вот сутулюсь, я вот такой, а надо вот так вот жить, и тогда у тебя повысится тестостерон, что хорошо. И это, кстати, повышает толерантность к риску, снизится кортизол, гормон стресса, и ты не будешь волноваться, ты будешь такой вид крутой. Ну, Тони Робинсон не знает, а 2 года назад, а все вообще уже люди, которые в теме коммуникации, знают, что еще 2 года назад это исследование Эмми Кади проверили 2 крупных американских университета и выяснилось, что это фигня. То есть как бы это не подтверждается вообще никак. На большой выборке проверили, не растет, не снижается кортизол, не растет тестостерон. И тогда Эмми Кади задали вопрос, мол, чего? Она так, ну, у меня была маленькая выборка, выяснилось, что у нее какая-то смехотворная выборка, там какие-то несколько человек. И она просто поймала, ну, у людей разный тестостерон, вот она этот как бы случайный шум предъявила людям. И при этом, кстати, собрала вот это выступление ее про эту тему на TED-е, в YouTube, это TED-выступление набрало 50 миллионов просмотров. Так что я думаю, вы не раз еще про это услышите. Но это неправда. То есть даже бренд школы и бренд профессора школы нам не гарантирует то, что это есть. А для меня лично публичное выступление тема очень больная, потому что я не знаю, знаете вы или вы нет, но я по первому образованию я метеоролог, и я 8 лет уже веду прогноз погоды на НТВ. Есть у меня такая, ну что ли, хобби или работа. Тут мне интересно спросить, а видел ли кто? Поднимите руки. Меня кто-то видел на НТВ? А, ух ты, 2! Это хорошо. И здесь еще 1 человек. Это нормально. Нет, понятно, все так. Но я когда начинал вести прогноз погоды, я знал, что меня смотрит каждый выпуск где-то 10-15 миллионов человек. И я все ждал, ну когда же слава придет. Ну,
мне же должны узнавать на улицах начать. И я там ездил в метро и так, ну, смотрел на людей. Нет, меня никто не узнавал вообще. И полгода я отработал, первые полгода, и много я работал. Профессор Беляев тогда заболел, вот я его заменял. Никто ни разу не узнал, никогда, ни разу, за полгода. И в интернете никто ничего не написал. А при этом Владимир Познер в своем мастер-классе как-то сказал, что если лошадиную задницу показывать по телевизору, ее начнут узнавать на улицах. Кто тогда я, интересно? Спасибо, Владимир Познер. Ну вот и я, собственно, начал учиться. Я начал искать, как вообще, что мне делать. Ну, во-первых, я начал делать эти сумасшедшие вещи, вести прогноз погоды вот как-то так, как в фильме, вот этом какой-то фильм есть «Доброе утро», да, там, значит, я пробовал это сделать. Ну, помогло, честно скажу, но не сильно. А, кстати, вот то, что я сейчас вам рассказал про Познера, задницу и про себя, это soft skill, очень интересный, называется «Самоирония». Я стал ковырять самоиронию после вот этого моего факапа с клиентом, с которого я начал сегодняшний рассказ, чтобы вообще понять, а по существу, да, я там нахамил, окей, но по существу я был прав или нет? Самоирония полезна была им или нет? И я нашел классное совершенно исследование, есть эксперимент Эллисон Фрегейл и темы, которые говорят вот о чем, смотрите, если статус спикера выше, по мнению аудитории, если аудитория считает спикера по возрасту, по экспертизе выше себя, то самоирония дает рост симпатии и доверия. Если же равен или, например, ниже, если вы студент, выступаете перед профессорами, не надо. Если вы эксперт, ну, можно попробовать. Если вы начальник, там, великий вождь, и перед вами подчиненный, то да, однозначно да. Кстати, я понял, что, возможно, действительно они были правы, потому что их коммуникация там была на равных. Там не было какого-то превышения статуса. То есть, ну, наверное, интуитивно директор или не интуитивно. Он чувствовал, что, ну, он прав, а я нет. Вот тоже, кстати, вывод, который я могу сделать из своего этого факапа. Ну, а публичное выступление, учиться непонятно чему, да, тебя учат. Я когда пришел к первому педагогу, он мне сказал: Андрей, ты не активен, ты не живой, ты какой-то вялый, неувлеченный. Я подумал: а, отлично, супер, я сейчас буду увлеченный, живой, да еще позы силы буду принимать, и я это сделал в эфире. И первый же отзыв, в тот же день появился первый отзыв в Твиттере, и он звучал: уберите психопата из эфира. Так было написано. Что был, конечно, большой успех, но не совсем тот, на который я рассчитывал. И я тогда начал анализировать, я стал думать, а что же такое выступление? И понял, что на самом деле эта штука состоит из двух частей. Из драматургии и из актерского мастерства, но через 2 года я понял, что не любое актерское мастерство угодится, а именно вот русская школа Станиславского, вот именно искренность, то есть чтобы ты вот, ну, по-честному рассказывал то, что ты хочешь рассказать. И если с первой темой более-менее понятно, чему тут учиться, есть Роберт Макки, американец, он приезжал к нам, ну, великий совершенно педагог драматургии, он приезжал в мае в Москву, есть Александр Мета, школа Мета, который снял фильм «Экипаж», тот еще советский с Высоцким, «Экипаж» с Филатовым, а «Вертикаль» с Высоцким, «Мета». Есть книги Труби. Кстати, я начал своих сотрудников просто, ну, я им стал рассказывать, они пошли многие на курсы, «Меты», учатся, и удивительно, то есть драматургия для меня просто открытие soft skills, это просто бездна. Они лучше общаются, они точнее формулируют, если они знают драматургию. Они лучше как раз понимают эмоции, потому что драматургия, она про это, она как вызывать эмоции. Потрясающе. Я бы мог вам целый час рассказывать про принципы драматургии, но заинтригую. Ну, почитайте, посмотрите. Это реально просто бездна знаний в области soft skills. Со Станиславским тоже круто, и тоже я мог бы вам рассказывать целый час. Беда в том, что очень трудно найти педагогов хороших. Ну, как я скажу так, если вам повезет найти человека, который преподает или преподавал в ГИТИСе МХАТе, школе-студии МХАТ или в Щукинском училище, и этому человеку больше 60 лет, ну хотя бы больше 50 лет. С большой вероятностью это хороший педагог по системе Станиславского. К сожалению, других я, скажем так, не встречал. Другого типа людей, которые бы понимали в этом что-то. Кстати, я сделал мультфильм, вы можете посмотреть, «Система Станиславского для оратора». Такой мультик за 5 минут. Основные принципы изложены. И вот эта вот идея о том, что если я не понимаю, как этот навык, где ему учат, или я понимаю, что учат как-то не так хреново, то можно попытаться разложить его на понятное. Вот выступление мы можем разложить на драматургию Станиславского, и каждый из них там, и вот если у нас
я разложил на составные части, то я могу найти по драматургии уже признанную обществом школу, и по Станиславскому найти признанную школу. И тут, на самом деле, бездна возможностей. Например, там, не знаю, критическое мышление. Много мути по этому поводу, но критическое мышление на 90% состоит из курсов формальной логики, умения делать логичные рассуждения и умозаключения. И этому курсу уже не одна сотня лет формальной логики. Рекомендую. И статистика. То есть мы просто должны понимать, что такое выборка, что такое p-value. И вот этот вопрос не должен вызывать вопросы, который не должен вызывать сомнений. То, что Илья Колмановский спрашивал, что какая вероятность того, что в 16 раз выпадет красное на рулетке, если до этого 15 раз выпало красное. Ну, для человека, знающего статистику, ответ просто очевиден. 50% все равно. То есть как бы это никак не связано. При условии, что не нахимичили, конечно, с рулеткой, что стол не кривой. А так в целом вот так вот. Собственно, вот это то, что я вам сегодня принес. Единственное, что я посмотрел на эти три пункта и вспомнил еще один важный, на мой взгляд, навык, тоже подтвержденное исследование, и он называется «слабая коммуникация». Очень красиво по-английски «powerless communication» это звучит. Вот про что это. Если вы общаетесь с группой, с которыми у вас общее дело, вы объединены какими-то общими задачами и проблемами, то эффективнее и убедительнее выражать свои мысли в такой вот сомневающейся форме, слабой форме. Возможно, нам следует сделать это или это. Мне кажется, что вот так вот так. А не лучше ли было бы вот так вот так? Вместо того, чтобы говорить «найти» в цифру. Вот ссылка на это исследование. Элисон Фрагейл провела такое большое исследование этой темы. Если спикер не связан общей задачей, то можно использовать такую вот сильную, настойчивую коммуникацию. Мне кажется, у нас очень часто вот это вот путают в политике, да и в бизнесе. Ну, вот если вы руководитель, я пробовал у себя это в компании, действительно, вот такое как бы сомневающееся, может быть, мы сделаем вот так и так, и смотришь, люди начинают думать, подбирать для себя оправдывающие аргументы этого. Как-то, ну, хотя я директор, может быть, еще и поэтому. В общем, я решил для вас, я решил все-таки, что мы с вами группа, которая примерно об одном думает, поэтому я переформулировал. Возможно, стоит найти место в школу. Я бы попробовал разложить. На самом деле, близится уже финал. Я хотел вот что сказать. Ну, понятно, что мы можем ошибиться и выбрать не то место, может быть, не те навыки, которым развивать. Ну да, можно, наверное, даже вот так облажаться с клиентом, как я. Но все-таки человек в 4 года, или в 3 года, наверное, уже понимает разницу между добром и злом. И я уверен, что в этом здании каждый человек понимает разницу между бизнесом, который создает пользу для людей и забирает себе часть этой пользы как прибыль, и, например, между бизнесом, который там разводит инвесторов на криптовалюту, не знаю, или того хуже, какой-нибудь, ну что, не знаю, доверительное управление. Это шутка, конечно. И если вы решили для себя, на какой вы стороне, все-таки мотивы ваши на темный или на светлый, если вы на светлый, то мне кажется, что даже самый идиотский тренинг, даже самая какая-то странная ситуация может быть на пользу. То есть, ну, как-то налипают эти soft skills со временем все равно, те, что нужны. Значит, но можно сэкономить время, деньги, силы, нервы, слезы, на мой взгляд, если вот двигаться по этому пути. Четвертый там пункт, его нету, но вот он там такой воображаемый, это учиться на своих ошибках. То, собственно, с чего я начал. Не рекомендую вам это. Но это неизбежная история. Так что да пребудет с вами сила мягких навыков. Удачи. На этом все. Спасибо. Ваши аплодисменты. Андрей Скворцов. Действительно, просто кладезь soft skills. Вы представляете, и прогноз погоды, и Гарвард. Браво, Андрей, большое спасибо. Почему-то не возникло вопросов аудитории, потому, видимо, вы очень исчерпывающе рассказали. Ну что же, а мы продолжаем рассказывать вам о будущем. Еще раз аплодисменты Андрею. Действительно потрясающий целый набор